В Нарьян-Маре участили случаи хищения велосипедов, оставленных гражданами без присмотра. Основная причина совершения краж – халатность жителей, которые оставляют велосипеды без присмотра, зачастую не пользуясь противоугонными средствами. Велосипеды оставляют в подъездах многоквартирных домов или вовсе на улице. Причем как на краткосрочное хранение, так и на длительное. В большинстве случаев велосипеды находятся без средств защиты. Тем самым, отмечают полицейские, граждане провоцируют потенциальных угонщиков двухколесных транспортных средств. Необходимо к сохранности, в частности, велосипедов, предпринимать меры следующего характера: пользоваться противоугонными устройствами, не оставлять в подъездах, на лестничных площадках, на лестничных маршах велосипеды. Трос, который используется для пристегивания велосипеда, должен быть надежным. Лучше всего, если его толщина будет от 1,5 сантиметра. Это создаст трудность при их перекусывании. Примыкать велосипед необходимо за колесо и раму. Если трос позволяет, за оба колеса и раму. Неплохим дополнением к тросу будет велосипедная сигнализация. Хорошо оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть. Оставляя велосипед, забирайте все съемное оборудование. Это насос, фонарь или велокомпьютер. Также, чтобы обезопасить свое имущество от воров, нанесите индивидуальные метки на труднодоступных местах вашего велосипеда – рамы, сиденья, руль. В таких местах, которые известны только вам. В настоящий момент на складе ОМВД России по Ненецкому автономному округу хранится более 100 найденных велосипедов, чьи владельцы не нашлись. Для получения транспортного средства необходимо предоставить документы, полученные при покупке велосипеда. Роман Головин, Вадим Стасюк, телеканал «Север».